Добрый день! Мы запускаем новую рубрику «Школа ипотеки». В этой рубрике мы постараемся просто и понятно рассказывать про ипотечные программы. При выборе ипотечной программы основные понятия, как правило, это сумма первоначального взноса, процентная ставка, сколько должен быть ежемесячный доход, а также наличие или отсутствие дополнительного залога. Сегодня мы с вами рассмотрим первый пункт – это сумма первоначального взноса. По ипотечным программам зачастую застройщики работают с первоначальным взносом от 50%. Но у нас в компании BA Group мы проработали эксклюзивные ипотечные программы, где сумма первоначального взноса начинается от 20%. Давайте на простом примере рассчитаем стоимость двухкомнатной квартиры в жилом комплексе Grand Touran Comfort, стоимость которой 28 227 920 тенге. 50% от стоимости квартиры будет составлять 14 113 960 тенге. А если оформляться по нашей эксклюзивной программе, где первоначальный взнос составляет всего лишь от 20%, это будет составлять 5 645 584 тенге. Согласитесь, это уже более реалистичная и доступная сумма большему количеству казахстанцев. Кстати, для того, чтобы оформить квартиру в ипотеку, не нужно сидеть с калькулятором и блокнотом. Достаточно зайти на наш сайт bi.group в раздел «Онлайн-покупка» и после выбора квартиры подобрать удобную для вас ипотечную программу. А если у вас остались вопросы, задавайте их под этим постом. А мы скоро с вами увидимся и в следующем ролике расскажем про годовую ставку, от чего она зависит, откуда берется и как рассчитывается. До скорой встречи!